Ну что, друзья, всем привет. Всем солнечное зимнее утро. И вот мой первый выезд на мотоблоке в 23-м году. Солнышко сегодня отличное. Минус 5 на улице. И вы не поверите, куда я еду. Вот первый выезд. Лестницу, пилку, да. Я еду на участок обрезать, подрезать деревья. Еду потихоньку, потому что одной рукой, ну, совершенно неудобно снимать. Не знаю, как меня слышно сейчас. Мотоблок чуть тарахтит, но ничего. Ну так вот, друзья, всех с новым моим новым рабочим годом, с новым сезоном. О, сейчас по склону. Маленькая такая преграда. Вот, всех с новым сезоном. Ну и дальше продолжу уже на месте. Вы видели, это и все и будет происходить. Смысла весь процесс вам показывать я не вижу, но хочу сказать, что вот чего я мотоблоком так выехал, мог бы спокойно велосипедом приехать. Вот эти спиленные ветки мне нужно вон в ту сторону, а длина участка 100 метров плюс 20 плюс развороты, ну, в общем, метров 130 надо мне, 140 таскать на велосипеде, это неудобно. А вот мотоблоками сейчас пока доеду, пока чуть отдохну, приеду опять почну. Ну вот как-то так все это и происходит. Да, как по правилах-то я, конечно, не снимал мотоблок с зимнего хранения. Что я сделал, это самое большое — вытер пыль чуть-чуть, подкачал колеса, да, это добросовестно, смазал шкворень, потому что как-то, смотри, он за зиму поржавел, вот, который на прицепном, вот этот. Ну и, собственно, все, что я сделал. А, долил чуть бензина, потому что за зиму он куда-то делся, не знаю, заливал вроде полный бак, а долил грамм, наверное, 600. Ну, вот, собственно, так у меня начался сезон. Вот в таком состоянии деревья у меня сейчас. Вот. Прореживать я буду безжалостно, сколько у меня хватит сил, сколько я буду прореживать. Особенно вот эту абрикосу. Или абрикос, как там правильно. Так, ну что, ребята, закончил я. Немного тут проредил деревья. Не скажу, что мне это очень нравится дело. Но бензопила не работает сейчас. Сейчас рабочий день, соседей дома нет. Так что пришлось все пилить вручную. Ну вот такая сегодня работа. Первый день нового сезона. Вот это уже третий прицепчик. Там вдалеке куча, которую я навозил, вот, она высохнет за лето.
и осенью, ну, увидим, когда сожгу ее. Ничего там взять полезного нету, а вот что потолще я здесь оставил себе, будет дровишки. Ну что, ребята, всем пока, всем удачного сезона, и пусть ваша техника не ломается. Все, пока-пока, удачи.